Невыносимо тяжелая работа рисовальщика огромных городов. Надо, понимаете, руку с пером поднести к листу, надо свои пару шкряп-шкряп на камеру сделать. И даже не важно, что рисунок, по сути, не продолжается. К результату эти шкряп-шкряп совсем не ближе. Зато на камере видно, как драматически с распоротым пальцем рисую. Палец, помнится, промывал всем содержимым домашнего бара, так как бар итальянский, там много настроенческих напитков было. Хорошо, что я не бухаю, а то бы мне на всю поездку хватило. И знаете, хотелось бы заработать на квартирку в тех домиках, которые я рисую. Где-нибудь там во Флоренции. Конечно, не в соборе, а в домике напротив. Как думаете, рисую перышком по бумажке реально это сделать?